Всем привет! Вы на канале RTshnik, и в этом видео мы будем продолжать собирать нашу платформу GT. Вот так вот примерно она будет выглядеть уже, потому что записываю я это обращение после того, как мы все собрали, уже на самом деле протестировали тут много чего. Но это дальше на канале увидите. Вот, поэтому будем в этой серии ставить дифференциалы, все собирать, подгонять, менять все подшипники, которые надо, чтобы она более плавная и легче ей крутилась. Да, также будем ставить задний спойлер в виде крыльев бабочки. Вот, так что заваривайте чаек и приятного просмотра. Итак, после того, как мы установили передний дифференциал перебранный, хочу проверить, снять задний и посмотреть, так же плохо будет крутиться, и также надо притирать все это дело. Либо же что-то я собрал не так и буду переделывать. С самого начала, Миша, нету жизни. Еще смотрите, есть одна отличительная особенность. Когда я ставил наш дифференциал в коробку, он очень плохо крутился. Да, я начал думать, что да как, почему. Вот здесь у нас есть специально вот в GP5 в новых дифференциалах есть спусковое, как бы спусковой пиньон. Его вытаскиваешь, если ты до конца, ну, много масла налил сюда, да, и оно до конца, естественно, закрываться не будет, потому что слишком большое давление. Можно открыть эту штуку, спустить давление, дожать, и по идее все должно работать. Так что давайте ставить все дальше. We'll be right back.
мы закончили с передним и задним дифференциалом, поменяли вот эти косточки на титановые, да, во всех местах, и там тоже проверили, что все везде закручено так, как надо. Естественно, подвеска у нас выставлена в стандартное положение, потом это будем настраивать. Вот, проверили, что все едет, все плавно, все ровно. Четко. Вот, можно приступать к навесному оборудованию под GT-корпус. Соответственно, надо будет ставить вот эти штуки, все это для держателя сбоку на корпус. И, естественно, крепление для того, чтобы GT-корпус поставить без проблем. Поехали. Так, теперь давайте установим на задний спойлер на наш автомобиль. Итак, что у нас остается? Крепление корпуса я сделал, прикрепил. А остается поставить двигатель с нашими титановыми болтами. Вот. Остается у нас подогнать шины. Колеса, как видите, сейчас покажу вам. У меня тут целый ящик всяких разных колес. Да, по поводу того, как обрезать колеса с пеноматериала и как балансировать их, я оставлю ссылку в описании. Посмотрите в другом видео в моем, как это все я делаю, если кому-то интересно, конечно. Вот, плюс будем ставить на него корпус, вот такой корпус в виде Макларена. Придется тут подобрезать, конечно, чтобы зашло все. Сейчас буду подрезать, тонировать стекла. Ну и тонировать, заклеивать пленкой стекла, заклеивать пленкой все, что надо, и красить. Итак, как вы видите, еще, что аэродинамика здесь совсем не настроена, видите, она ровная, а перед должен опуститься ниже относительно зада. Я буду настраивать всю аэродинамику полностью с нуля, выставлять сход, развал, чтобы она ровно прижималась, чтобы зад не прыгал, чтобы не поднимался вперед. Вот, соответственно, если вы хотите посмотреть, как это все делается, то я оставлю ссылку в описании в правом верхнем углу, и вы посмотрите, как это все настроить, если кому интересно, конечно. Первое, что мы делаем с корпусом, это, естественно, его обрезаем. Да, как видите, вот я его уже слегка обрезал снизу, по бокам. Да, и теперь нам надо поставить его, чтобы он стоял абсолютно идеально ровно. То есть, видите, я уже проделал пару дырочек, да, центровать, чтобы сам корпус стоял идеально ровно, везде зазоры все были соблюдены и так далее и тому подобное. После того, как мы прорезаем эти дырки, прорезаем еще фиксаторы по бокам, чтобы на скорости эта штука не болталась и не задирала корпус, чтобы он вот так вот не взлетал. И после этого начинаем красить. Итак, после того, как мы все сделали, да, прорезали все дырки, видите, для антеннок, для центрального крепления, вот она. Видите, чтобы поток воздуха не поднимал ее, и она не поднималась. Значит, видите, вот здесь все четко стоит. Здесь мы отверстие сделали, поставим на резинках это все. Видите, когда все круто, четко держится. Естественно, с той стороны все то же самое, все отцентровано, все поставлено. Ну, естественно, подвеску мы еще будем регулировать, потому что подвеска будет у нас пониже чуть-чуть, вот так вот. Теперь мы все это моем и начинаем красить. Итак, мы делаем первый слой
Как видите, свет переливается. То есть первый слой он у нас вот такой. То есть он разный будет, разноцветный. Сейчас будем закрашивать еще несколько слоев плотных, именно в такой переливающейся краской, а потом делать подложку. Теперь я отрегулировал полностью всю подвеску, настроил сход, развал, настроил амортизаторы, так, чтобы они четко работали, настроил просветы все, чтобы все-все-все идеально подходили. Пришло время поставить корпус. Да, вот я покрасил корпус. Смотрите, в какой цвет. Надеюсь, на камере видно, как он переливается, но на солнце будет еще круче переливаться. Естественно, сейчас мы снимем с вами пленку. Посмотрим, как это будет выглядеть на чистую, без пленки. Да, естественно, нанесем сюда все наклейки, чтобы это все выглядело максимально круто. Ну что, поехали. Уже как бы по покраске не первый, блин, но выглядит бомбически. Супер. Так, давайте теперь снимем маски. Стекло хорошее, прозрачное. Возможно, потом внутрь, если там будет место, поставлю камеру, чтобы это все было видно. Вот. Ну, мне нравится, как получилось, как выглядит. По-моему, достаточно круто. Сейчас мы еще все наклеим сюда и будем ставить на нашу пушку-бомбу. Да, ну здесь мы еще подрегулируем, конечно, чтобы тут ничего не цеплялось. Сделаем подвеску, наверное, повыше. И обрежем немножечко, потому что еще придет передний сплиттер, я поставлю сюда. Поставим подвеску повыше чуть-чуть. И будет, я думаю, супер. Ну а так вообще огонь. Мне нравится. Сейчас еще с наклейками будет вообще супер. Итак, мы закончили наши серии по сборке нашего автомобиля Limitless первой версии V1 в платформу GT. То есть у нее закрытые колеса, передние и задние. Получилось она очень классно, мне лично очень нравится. Поверьте мне, на солнце она играет просто божественно. Издалека ее видно из-за того, что она блестит. Поэтому будем выдвигаться дальше на трассу, тестировать ее на разных батарейках. Будем пробовать ставить новые рекорды. Так что спасибо, что остаетесь на нашем канале. Тем, кто пришел вновь, подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось видео. И добро пожаловать в нашу семью. Всем пока!